ЧП в аэропорту Приштины. Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 143 пассажира и 8 членов экипажа. Никто не пострадал. В настоящий момент все пассажиры эвакуированы из самолета. Специалисты обследуют борт. По предварительной информации, причиной происшествия могли стать плохие погодные условия. Аэропорт временно приостановил прием и вылет самолетов.